Сегодня будем делать блок СРС, это Kia Optima, 18 год. Будем стирать краш с помощью макаки, точнее читать будем с помощью макаки, стирать краш с помощью HexGuru онлайн-калькулятора. Вот такой вот блок, вот его подключение. Так, для начала мы его включим и проверим сканматиком, какие у нас есть ошибки. Выбираем Kia Optima. Подушки безопасности. Смотрим ошибки. Вот у нас ошибка 1676. Столкновение 1651 зафиксировано вот здесь дизельской подушкой. Датчик бокового удара. Но вот самое главное, это у нас вот это вот. Вот. И вот это. Вот две ошибки, которые мы будем стирать. Подключаться к процессору будем вот по этой схеме. Подобный блок уже я делал. Так что вот для себя этот хелпик я нарисовал. В общем-то, вот сейчас мы нашу макаку подсоединим и будем читать блок. Все соединения произведены согласно схеме. И теперь мы можем читать. Выбрали процессор SPC560P50, который у нас есть. Так, нам нужна дата флеш. Давайте ее читать. Все, дата флеш у нас прочитана, теперь нам нужно сохранить ее. Так, коды флеш. Давайте сосчитаем. Коды флеш самая большая, 512 килобайт, поэтому читается чуть помедленнее. Открываем наш онлайн-калькулятор HexGuru. Выбираем наш блок, то есть это Kia. Kia Optima. Номер нашего блока D4250. На процессор SPC. Смотрим. D4250 на процессор SPC. Вот его мы выбрали. Теперь нам нужно выбрать файл. Файл это у нас дата флеш. Открываем и загружаем. Вот, пожалуйста, обнаружен краш. Теперь мы его очистим. Открываем папку загрузки. Вот он. Пользуйтесь калькулятором HexGuru
пишите в личку администратору Владимиру, и он вам накинет 10 токенов за то, что вы с моего канала. Дата флеш мы выбрали. Теперь нужно открыть файл наш, который почищен. Clear. Вот мы его открыли. И теперь запишем. Программе ОК можно верифицировать, проверить. Все, верификация ОК. Так, блок у нас готов. Включаем зажигание. Находим наш автомобиль. Это Kia Optima. Подушки безопасности. И читаем подушки безопасности. Вот наши ошибки. Смотрим. 1650, 1651 отсутствуют. Все ошибки только по подушкам, которые, естественно, не стоят. Калькулятор HexGuru Online и Макака – это страшная сила. Пользуйтесь, всем советую. Вот мы отпаяли наши проводки, все чистенько, аккуратненько, словно никто и не паялся. Значит, на некоторых блоках нет распиновки, плюс-минус, скан и так далее, и так далее. Как найти? Найти очень просто. Находим супрессор. Последовательно супрессору обычно стоит диод. Вот он. Значит, вот это и вот это соединены. И вот у нас идет плюс. Вызваниваем от этого диода на ножки. На выводы. Это и будет плюс. Ну, минус понятно. Минус можно взять с корпуса супрессора. Также отзвониться. Либо с конденсатора. И также звоним на какие ножки. Либо смотрим ножки, которые идут на корпус. В данном случае у нас вот эти вот. Вот они. Висят на корпусе. Как быть с каном? Здесь на кан идут два трансформатора. Это кузовной кан и основной кан. Вот эти выходы с кана. Прозваниваем их. Вот четыре вывода. Сначала пробуем один, если не пошла диагностика, значит пробуем другой. В данном случае кан у нас верхний.